Это Мелбет, первая лига, 13-й тур. Это СКА Хабаровск против Рубина. Вывеска, большущий матч, безусловно. Мелбет, первая лига, 13-й тур. СКА Хабаровск, Рубин, Казань. Начинаем. Главный судья матча Антон Фролов, его помощники ситуацию исправлять. Горбунов рвется в атаку. Горбунов, правый край, Фомие. Кто поддерживает еще? И Иванов посылает мяч в ближний угол. Олег Иванов поддержал в свои 36, так что мяч влетает в ворота СКА. Самошников, Гащенков, падение, не будет пенальти, пенальти. Будет пенальти, да. Попов вышел и за 15 минут привез пенальти. И 1-1. Илья Петров на спокухе, сердце трибунам. Ну, красавец, да, я рассказывал о том, что он поучаствовал двумя голами в спасениях. Кружит, вертит. Верчу, кручу, обмануть хочу. Кабутов. Под себя Кабутов. С Левицким Кабутов. Борьба в воздухе. Штангой влетает мяч в ворота. И 2-1. Это снова Иванов. Да что ж такое? Это Олег Иванов. В 36 опытные ребята. По мазам в сетке. И в сетке мяч. Иванов все-таки добивается своего. Подает по мазам штрафной. Борьба в воздухе. Выигрывает ее Хабаровск, Казань, и все. Победа Рубина в гостях 2-1.